Всем доброе утро. Может, проснулись. Я до мира нашла одежду по пакетам. Сейчас будем одеваться в садик. Потихоньку. Я нам нашла так. По одной футболочке, по одной блузочке. Всем. И сегодня надо разбирать уже вещи, собирать шкафы. Видите? Что-то не могу. Такие дела. Спалось хорошо. Спали без задних ног. Устали сильно. Дамирчик спал с нами. Он боится на новом месте. Так что нужно будет привыкать к квартире новой. Будет пока спать с нами. Вот наши машинки. Так. Вот так вот мы здесь спали все втроем. Мы сейчас, видите, встаем. Сынок, давай, вставай. Водичку я тебе принесла сладкую. Я его уже тут одела. Вот носочки, колготочки, футболку одела. Ой, не выспался. Так, вся кухня здесь. Я вчера почти ничего не разбирала. Смотрите, Витя, тут была поломанная ручка. Витя прикрутил, потому что она была запасная здесь. И знаете... Я вам сейчас покажу самый смешной момент этого влога. Смотрите. Тютелька в тютельку встал холодильник. Вот прям тютелька в тютельку. Прям вот миллиметр свободный остался. Прям вот мы запихнули. Прям вот у нас холодильник. Прям вот впритык этой полки. Впритык этого. Прям вот конкретно все запихнули. Смотрите. Мы так обрадовались, да? Обрадовались, что встало. И тут как бы мы хотим открыть холодильник и сталкиваемся вот с такой проблемой. Морозилка-то открывается, пельмешки сварим, но холодильник открыть не можем. Это вчера на ночь случилось, мы оборжались. Короче, Витя будет пилить подоконник. Мы с Дамиром уже в машинке и выдвигаемся в садик. У нас сейчас без 10:08. Как раз к 8 до мира в садик. На работу мне, конечно, к 9. Я вот думаю, еще, может быть, на ту квартиру забегу, что-нибудь возьму. Еще. Там еще кое-что есть. Ну, посмотрим. А может, сразу на работу поеду. Я до мира отвела в садик. Сходила на нашу старую квартиру. Там еще немножко подмела, прибралась, потому что не хочется оставлять бардак. Также выкинула еще один пакет мусора, набрался. И приготовила, что мне надо забрать вечером. Еще пару пакетов заберу. Такие вот дела. И палку от шкафа забрала. Забыли палку от шкафа забрала. Все, сейчас еду на работу. Я ужасно хочу кушать. Сейчас сразу в 10 часов у нас открывается там кафе. Сразу в 10 часов закажу себе еду. Получается, раньше я работала без обеда. Ну, как-то, знаете... Кушала на работе, дальше работала. Сегодня, раз уж у нас такие дела, да, переезд, я закажу еду, мне ее привезут, и я поеду на ту квартиру. То есть я там покушаю и быстренько начну что-то раскладывать. Может, там хотя бы хозяйственные средства, потому что вчера мы забыли на этой квартире все свои гели для душа. Ой. Короче, буду немножко что-то раскладывать сегодня. Еду на работу. Я себе взяла капучино на работку. Так что пойду работать. Вкуснятина. Вообще вкуснятина. Так, все, я раздеваюсь. Я на работу пришла. Все. Ну, хорошее настроение прям такое. Очень хорошее. Радостная я. Правда, я не красилась, ничего. Я вообще ничего не нашла. Так что все. Потом. Так, все, я включила радио, буду пить кофе и начинаю работу. Так, сейчас приехала на обед домой. Вот, была на старой квартире быстренько, как обед начался. Забрала там пару пакетов, вот это шампунь наш, там все такое гигиеническое, что я забыла. Ну и сейчас приехала на квартиру, думаю, во время обеда чуть-чуть пораскладываюсь. Потому что после работы и так много еще раскладывать. Кушать я что-то не хочу, не знаю. Так что вот, захожу. Я сейчас хочу немножко ванну.
разложить. И зеркало помоем. И при входе надо и зеркало протереть. Там красивенько что надо. Мы сейчас, видите, придумаем какие-нибудь полочки, потому что весь мой уход сюда не вместится. Тут как бы мало места, а внизу будет все чистище, там порошок, да. Поэтому этих полок мне недостаточно. Я вот сейчас думаю их протереть и посмотреть, что как туда влезет, самое такое важное, необходимое. Вот, а на остальное будем что-то думать. Я сейчас прибралась немножко, справа при входе повесила все вот мочалочки. Ватные диски. И в ванне тут уголок был. Я вот составила все, что Витина, Дамира и мое. Как бы пока оно будет здесь вот так впритык стоять. Так, а здесь у меня получилось вот так. Зубные щетки. Мыло я еще не забрала с той квартиры 5 литров, поэтому пока что пустая. Это временно у меня здесь лежит тушь тени. Я еще сундук с косметикой свой не забрала. Как заберу, сразу в сундук это все уберу, чтобы здесь было пусто. Здесь у меня ватные палочки. И на этих полочках решила сделать то, что вот важно, то, что нужно каждый день. Это вот мой уход, Витин, мицеллярная вода, а тут всякое гигиеническое у меня. Все остальное пока не помещается, я даже не знаю, куда ложить. Потому что у меня очень много уходовой косметики. В этом ящичке внизу у нас будут хозяйственные средства, поэтому туда ложить я не буду. Так что в ближайшее время с этим разберусь. Главное, что вот ежедневный уход есть куда поставить, чтобы пользоваться этим. Все, рабочий день закончен. Сейчас еду за мамой, нам нужно по делишкам. Так, я сейчас заехала в магазин косметик, купила маленькую пачку порошка, потому что... Пока не знаю, что куда складывать, порошок, чтобы не было большой бадьи. Мы обычно оптом берем много килограмм. И взяла себе шоколадку, что-то очень сильно захотелось шоколада. Прям все, еду домой быстро. Так, я уже дома. Сейчас буду переливать сюда мыло. В нашу эту емкость для мыла. И, кстати, знаете, оказалось, что у нас... Это очень хорошо. У нас в ванной комнате и в туалете кафель с подогревом, то есть полы с подогревом. Это вообще не знаю, как отлично, насколько это отлично, потому что в той квартире мы мучились, но ребенку даже в туалет нормально не пойти, да, потому что все ледяное. То есть прежде чем пойти в туалет, например, когда он спит, ему нужно там одеться, да. Вообще прям замечательно. Я прям чувствую это тепло, это так приятно, особенно когда ты после душа, да, хочется на теплое наступить, это вообще классно. Ой, Витя убирает это, блин, подоконник. На холодильник открылся. Чтобы холодильник открывался, да. Так, а сейчас я буду раскладывать кухню. Короче, мы тут кусок... Оказывается, это не дерево. Представляете, это бетон. Витя, короче, еле как отодрал этот кусок. Холодильник открывается. Теперь буду убирать вот это все.
А у нас на ужин пельмеши. Всем приятного аппетита. Я сейчас поехала в магазин и взяла сушилку. Она в ленте по акции, там было 560 рублей. Я решила, надо брать, потому что нам некуда вообще вешать одежду. А так ее развесил, высохла и убрал за шкаф. Вообще прикольно. Так, помимо сушилки я решила взять разделочную доску новенькую. Вот такую вот ложечку для посуды, когда готовлю кушать. Наша уже старая, решила пластмассовую взять. Черный перчик молотый, курица к плову приправу. Макарошки, штопор у меня поломался. Вот, и опять захотела шоколадку. Так что вот такие покупочки на ночь. Так, сейчас будем первый раз включать машинку. Сейчас покажу, какая она. Вот. И там вот такой вот получается барабан. Так, получается, закрыли вот там белье в коробе. И сейчас сюда надо порошок насыпать. Так, смотрите, я настроила 30 градусов. Циферка 3 это хлопок бережная стирка, да? И как бы что-то надо делать. 4 часа? Не знаю, сколько эта машинка будет стирать. Если 4 часа, то это капец. Я в душ, я отработала. Сейчас час ночи. Хорошо, буду с вами сегодня прощаться, монтировать видео, так что всем пока-пока. Увидимся скоро.